Что нужно говорить, когда слышишь азан? Когда слышишь азан, нельзя разговаривать, нельзя вести беседу, надо остановиться и слушать азан. Слушать и повторять слова азана. Например, когда мой один говорит «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар», вот он же там делает паузу, вот эти слова, которые он произнес, надо в паузе повторить «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар». Вот каждый человек должен это провозглашать. Там дальше, если он скажет «Ашхаду алля илляха илляллах», «Ашхаду алля илляха илляллах» и так далее. Кроме слов «Хайя аля ссалях» и «Хайя аля аль-фалях», когда муэзин поворачивается, вот в эти слова, кроме, когда муэзин произнесет эти слова и сделает паузу, там надо произнести «Ля хауля ва ля куввата илля биллахи ля алийи ля азим». Или коротко «Ля хауля ва ля куввата илля биллах». Нету силы и мощи, кроме как у Аллаха Великого. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: когда вы услышите азан, то повторяйте то, что произносит муэзин. И в конце благословите меня. Имам Муслим. То есть прочитайте азан дуа. Это будет в следующем уроке. Примечание. Если человек не может повторять, то желательно хотя бы просто слушать. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, также, еще один хадис, также пророк изрек: если женщина отвечает азану, повторяет слова азана, то есть отвечать на азан, это значит повторять его слова, как я и сказал в начале. Когда женщина отвечает азану, то есть повторяет слова азана или икомата, то ей за каждую букву будут писаться тысячи и тысячи воздаяний. А если мужчина ответит азану или икомату, то еще больше. Этот хадис приводит от Тирмизи.